Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Экшн Фули, и сегодня мы с вами будем проходить Репорт. Хоррор-игрушка, да, мне нравится. И погнали! Пока идет загрузка, проверь, что поставил ты лайк, подписался или написал ли комментарий. Хотя нет, комментарий напишешь после того, как посмотришь полностью видео. Так, сейчас я лучше сделаю полностью яркость. Опа. Вот мы и здесь. Кто здесь? Кто здесь? Давайте я одену полностью наушники, чтобы полностью насладиться хоррором. Ничего себе. Ну, мы как обычно. Так, что это? Ты почему-то здесь. О, мы можем предметы осмотреть. Прикольно. Кстати, пишите в комментариях. Да, нехило меня тряхнуло. Пишите в комментариях, кто тоже проходил эту игру. Я уже тоже ее проходил. Но очень давно. А, где-то нам звонят, вай. А, все. Боже, надо чувствительность убрать. Алло. Алло. The number you have reached is not in service. This is a recording. Тебя кинули, брат, походу. О, наконец-то фонарик. Да. Так, сейчас подождите, надо бы в настройках чувствительность. Средняя, давайте попробуем. Ну что, слишком? Не слишком. Низко. Все. О, думаю, нормально. Четко. Ну, почем? Что, брат, только вышел из комнаты живлюки, да? Люканы. Шепчутся там, а? Вообще обалдели. Нельзя никак потерять. О, вообще книга упала. Так, ну, понятное дело, да. Надписи всякие странные. Ну, дети просто маленькие тут живут. По стенам рисуют. Здесь, по идее, ничего нет, да? Ничего смотреть мы не можем. Че, это тарелка, что ли? Зачем вообще смотреть предметы? В чем прикол? В чем прикол, если на них ничего нету? Может, в будущем это нам пригодится. Ладно, пошлите дальше. Ой, конечно, дверь так открывается. А, ту, это ж та же комната. Дайте лучше. Шо? Повтори еще раз, пожалуйста. Походу, словарный запас закончился. Не может повторить. Не, ну зачем-то это мы осматриваем, примерно, да? Кстати, вам тоже желательно включить полностью яркость, потому что это очень темная игра. Так, 40, 80, 20. Да потише там, слышь. Че это за лаз? Странный комикс на. А, я понял. Типа
если мы можем нормально смотреть. 40, 80, 20, 30. Ладно. У тебя 6 фоток. Сфоткай, слышишь? Если у тебя память плохая. Я запомнил. 40, 80, 20, 30. Пошлите, может это куда-то везти надо. Чет. О, господи. Зачем вам книги на этом, на кухне? Кстати, спасибо, что двери закрыли за мной. А то я... Не, я не родился в лифте, но все равно просто забываю двери закрывать за собой. Че это такое? О, батарея. Странно стоит, и она походу не подключена даже. Текстура такая прикольная. Че там играешь, слышь? А, здесь нету пианино, да? О, надписи какие-то. Прикольно. Я же говорю, дети маленькие. Закрыто. О, и здесь. Здесь. А на потолке? А, на потолке. Господи, ну хоть бы уже все рисовали. Здесь у нас ничего, я так понимаю, но... Да, ничего. Ладно, пошлите обратно. Двери за мной закройте. Давай. Закрывай двери. О, спасибо. Ну я же говорю, ну, люди добрые. Скрывают за гостями двери. Кто там это? Снег откапывает. Или что там копает, короче. Ну все равно, что-то копает. Че это? Ой. Лампочка. То есть, откуда? А, ну да, в принципе. Так, смотрите. Ну вот, дорогие друзья, вот я и открыл сейф. Ну, это не так долго было, но... Да, в темноте мне как раз таки все будет отлично видно. Нельзя ее забрать с собой? Короче, да, я открыл. Спустя, наверное, 10 минут. Здесь, кажется, дверь должна быть. Просто, чтобы испугать того, кто за дверью, решил постучать. Кстати, ванная вода разлита. Это ж так это, мыться надо аккуратнее. Здесь мы были, да. Идем дальше. Пошли дальше, да. Пошла закуска. Надеюсь, ты лайк уже поставил. Это я обижусь. Так, давайте побежим. Что у тебя, бат? Ага. Ну, я, в принципе, помню, что тут код. 61-92. А, я думаю, что-то справа засветилось. Это Ром. Ром только сейчас включился, кстати. 61-92. Ну, кто это такой? А, ну, кто-то походу это с окна нам залез. А, тю, это свечи. А это думаю, что это такое. Ладно. Что-то мне не нравится. Под лаги. Так, ну это я знаю, это часы, да. Так, не пугайтесь. Не пугайтесь. Ой. Ой. Страшно. Не страшно, шучу. Так, здесь у нас... Ага, код надо запомнить. Я себе дверь чуть ли не запер тоже. Здрасте. Как ваше здоровье?
Эй, главный герой, ты что, паркуром в детстве не занимался? Чё, коробки не можешь перебрать? Так, ну я знаю, что тут нас ничего не испугает, поэтому я пробегу. Мне же не страшно, ведь я... Или я что-то забыл? Не, здесь нас точно ничего не напугает. Мы уверенные в себе. Ой, вот это вот сейчас мне не нравится, ведь за поворотом нас кто-то испугает. Вот этот звук я знаю. Так, сейчас нам будет идти или вперед, или вправо, или налево. Вот это вот я знаю. Вау! Кто-то тут это аттракцион устроил. Шучу. О, зеркало стырили, ага, гады. О, сейчас мне кто-то позвонит, по идее. Нет? А зачем туда телефон ставить? Вообще непонятные люди. Ой, вот это да. Эники, пеники, еле точно туда не идти, точно туда... Ну, короче, вперед, пацаны. Ой, господи, испугался сразу. Я хоть знал, что там напугает, но я все равно испугался. Надо бежать, просто бежать. Ага, код. 6192. 6192. А, память как у... Как у молодого. Будем ждать его или нет? Да просто кое-кто будет бежать, ну ладно. Чё тут у нас? Кнопочки. Ключичек. Молодец. А, это ж нам придется еще обратно идти. Ага, не, лучше бы нам не ждать его. О, записка. О, я могу с запиской на лице ходить. Ну, в принципе, круто. Всякий человек ж... Ага. Люди лгут. Ну, понятное дело, клетка для людей. Ящичек не открывается, нет. Итак. Эники-беники или вареники, эники-беники, вот, пошли направо. Чуть, я просто знаю, куда идти, и налево нельзя идти. Ой, сейчас испугает кто-то. А, хотя мне все равно. Свет в конце туннеля. А, это лампочка. Тут в конце дверь должна быть, да. Ну... Если эта часть вам понравится, я буду проходить и вторую, и третью днём ранее. Че, будем проходить день раньше? Вся эта запутанная история началась относительно недавно, в нашем небольшом городке. В один прекрасный день город потрясла серия зверских убийств и жутких и необъяснимых обстоятельств. Страх и панику у людей вызывал тот факт, что жертвы даже не были знакомы между собой. Полиция как могла замалчивала о случившемся, но часть информации все же попадала в местную прессу. Одни подогревали слухи о том, что лица жертв были до безобразия изуродованы. Другие же утверждали, что убитые были обезглавлены. Это таинственная неразбериха и побудила меня докопаться до истины. Мне удалось выяснить, что всех убитых свозили в старую больницу на окраине города, дабы не вызывать лишней шумихи. Думаю, стоит оттуда и начать мое журналистское расследование. В любом случае, не будет о чем написать в газету. Мы, походу, сейчас в больницу пойдем. Я точно не помню, я просто вторую часть чуть-чуть проходил. Кажется, мы сейчас в больницу телепортируемся. Там, кажется, нас уже и ждет, пожестче там страх. Да. Там сейчас стопудово в больницу идем, если разговор шубами. Да, вот мы и в больнице, как я и говорил. Так, знаете что, я помню, тут скример есть. Пошлите сразу на него. О, кстати, у всех есть скример. Куда бежал? Иди сюда. Ладно, шучу. Мы его никак не догоним, ведь это пустое место. Так, тут записка есть. О, все эти точки, вот, да. Это будет шифровка.
вообще. Хочу себе такую подставку дома. Так, ну тут просто журнальчики. Так, я еще знаю, что нам надо здесь обследование сделать. О, смотрите, поржем чуть-чуть. Не, ну это просто написано. Не написано, просто зеленые фотки в фотошопе. Но по истории это людей так изуродовало. Бедная женщина. Так, и здесь тоже, кажется, есть. Да, все. Мне все нравится, дед. Грустненький такой. Просто грустняшка. Значит, только что чуть-чуть не толку. Этот мужик вообще... Ладно. Пошлите продолжать. Кстати, еще один хоррор. Ой, не хоррор. Еще один. Ой, все, ужастик. А ну стой. Стоп, куда пошел? Так, тут, кажись... Да, вот этот код. И у тебя точки, нам надо узнать, как те точки расшифровываются. В одной из комнат будет расшифровка. Доски. Опача, а вот и текстуры. Не думайте, что это задумка, это текстуры просто так вместе. И я вместе с текстурами. Так, пройди ты, господи. Зачем нам наверх лезть? Непонятные какие-то разработчики. Так, туда нам не надо точно, я знаю. А, сюда нам не надо точно. Покажите точки. Двери вниз. Они открываются? Не. Так. Я же уже открывал эту дверь. Да, я просто... Просто там, я помню, число начиналось на 19. Если мне память не подводит. На одной или... В этой же библиотеке находится расшифровка. Ее надо найти. Вот. Смотрите. 4. 2. 4, 2... 15? Чё, реально? Значит, память подвела. А, 15, 2, 4. Даже 15. Даже 15, да. Ну, значит, память подвела. 15, 24. Кстати, мы будем скоро заканчивать, потому что серия уже долго длится. Ой, нет, 24. Так, не понял. Я что, вышел раньше времени? Окей, нажми. Ага. Да давай быстрее у вас. Так, скажите, нам свет вору. Ой, господи, стулем. О, вот это. Спасибо, присесть. А, я забыл, тут же стулья можно кидать. Опача, футбольчик. Мальчики похожи на качку. Сейчас телефон уже, если тут цвет есть. К этому нельзя подходить, потому что он шарахнет хорошо так. Зарядит энергией, буду весь год светиться просто. Так. Ой, здорово. Я знаю, тут надо что-то подобрать. А. Молчи, брат. Да. Как ни странно, я знаю, что это нужно подобрать. Как ни странно, я знаю, что это меня все застопит. Брат, возвращаю все тебе. Братиш. Что ты так ноешь? Оу, а что меня так шарахает?
А, там попытки. А. Давай. Нельзя, чтобы они пересекались. Так, дорогие друзья, я просто чуть-чуть камеру выключил. Точнее, она сама выключилась. Вот, кстати, там, где мы остановились, она там банка с медом. Я там скример словил, ну ладно. Обезвредил для вас как раз таки. Так, верни обратно. Опа, чего это пациент наш? Так. О! Всегда хотел себе такой. Так. Что это там? А, ну. Остановите запись и прочитайте. Все, в принципе. Да. Если хотите так, почитайте. Если хотите так. Ну, вы поняли, короче. Если интересно, никогда не проходили репортер, то прочитайте. Да, тоже все. Даю вам возможность установить, почитать все. Хоть что-то, может, прочитаете, не знаю, кто там сейчас в школе, не в школе. Да, нам надо сейчас нажать на этого. Не, не на этого. А куда нам надо нажать, чтобы... А, персонаж начал разговаривать. А, вот. Три. Мы опять будем идти туда. Так, 3, 2 полоски, 2. Спасибо, братан. Огромное спасибо. Но я знаю, что мы тут должны что-то сказать. Персонаж нас должен сказать что-то. Может, тебя не фоткать? Ладно. Так, сейчас я быстро включу режим. Так вот, дорогие друзья, с вами я снова, да. Я врубил этот... Я дверь открыл. Там сзади меня бегали два ненормальных. Я, конечно, немножко перепугался, потому что я этого не помнил. Ладно. Вы это прошли. Я не хотел вас уже пугать. О! Вот это место. Как раз таки. Это последнее место, где мы будем... Ну и на этом, дорогие друзья, давайте закончим, скорее всего, да? Не, давайте сейчас, подождите, мы спросим. Погоди. Не надо так. Ой. Я тут знаю, за мной сейчас кто-то будет бежать. Давайте сейчас побегаем от него. Ох, какой мустанг у тебя там крутой. Дырчит так. Ой, не-не-не-не-не-не-не, это что это? А я не понял, а что меня бьет? Что меня шарахает? Так. Так. Класс. Ладно, дорогие друзья, на этом мы закончим. С вами был я, Action Пуля. Тебе желаю удачи. Если досмотрел до этого момента, напиши в комментариях Action Пуля. Вот просто как называется мой канал, так и напиши. Все, желаю тебе удачи, ставь лайки, пиши комментарии, подписочку, не забывай. Ну, а на этом все. С вами был я, Action Пуля, и всем пока.